Ну, да, будем проверять. Наташ, сейчас мы прошли тренинг «Отцы и дети», ну, вернее, первый день первой ступени. И у меня к тебе такой вопрос. Насколько тебе это было ценно, важно, полезно? Что ты действительно, какие-то, может быть, открытия сделала для себя, да? Или что-то... вон Буся уже отвечает на вопросы. Да, ну то есть вот какие-то такие свои, свое мнение о тренинге. Насколько это было важно и ценно для тебя? Что можешь сказать? Ну, для меня, во-первых, попасть на этот тренинг было очень ценно. Я очень хотела. Я так понимаю, что запрос был очень сильный, и все сложилось, я сюда попала. Да, для меня интересно и ценно было понять вот большое открытие, это уровни развития личности. Да, и открывались свои детские какие-то страхи, понимание, что я... Ну, очень много из детства идет, да. И для меня это было ценно, прорабатывались мои детские ситуации, мое детство, мои отношения с родителями, да, я сейчас очень много открыла. И отношения с моими детьми сейчас это тоже, да, ну, открывает многие двери к пониманию, как вести себя с детьми, ну, по крайней мере, как вести себя, не их воспитывать, а именно как мне себя вести, как мне поступать. То есть тут очень многому надо научиться, конечно, в первую очередь с собой, и прорабатывать очень много-много с собой, потому что очень много затыков, как это сказать, получается, что... не знаешь, как сама себя вести, соответственно, ты неправильно ведешь себя со своими детьми. То есть это очень много мне сейчас открыло понимание того, что нужно работать с собой, со своим уровнем, со своим детством, да, прорабатывать свои недостатки, ну, получается. Вот. Ну, как-то. Вообще очень интересно, подача материала интересна была. Образы, примеры, главное, живые вот эти примеры и разборы своих ситуаций, ну, это, конечно, очень прям наглядно видно, и ты видишь себя, да, что ты неправильно делаешь в своих ситуациях, свое отношение, свое понимание, что, ну, да, неправильное на данный этап, на данный момент они неправильные, могу точно, честно, открыто сказать, буду учиться, разбираться, стараться и уже вести себя с детьми. В первую очередь с собой, работать с собой. Да, благодарю. Спасибо, Олечка.